6, 7. И едем мы сегодня до Малого Башчелака. Дальше в горы направо. Должна быть интересная очень гора. Так что едем, катаем опять снова. Ура, тепло. Туда едем, на ту гору. Не вижу, когда... А вот и первые приключения. А, видимо, мосту хана. Придется что-то делать. Что, моста нет? Только прыгать! Но я не буду. Короче, здесь небольшая неприятность в виде сломанного моста. Едем дальше. Сухо, но здесь немного, вот впереди, конечно, сырость есть, но в целом сухо, прикольно. Едем вон туда, направо и в гору. Класс, катаем. Давайте, газоните кто-нибудь. Во. Разогнаться и туда прыгнуть. Камень? Блять. Там какая-то по-любому типа ил, всякая херня. Просто прыгать и как-то, блять, совсем безбашенно надо. Ну а где еще вариант? Жарвис уже давно переехал. Ну поэтому с нами Жарвис не ездит. Уехал вперед! Потому что он уже уехал. Короче, ищем переезд, должен быть прям где-то вот здесь теоретически. Мост-то есть, а толку нет. Подъезда к нему нет, да? Я поставил на подножку, он у меня тупанул. Сейчас если Ивана выдержит, то всем наедет. Бега, юзит маленько. Открывать не надо. По пыли по этой. Ага. Юзит, Серега, я проеду. Тихонечко, но маленечко. Стоять и не падать. Короче, интересное место. Снимаем, успеваем. Спуск лютый, но зато мост классный. Еще один. Перед обязательно загружать, пацаны. Жопа не будет держать. Теперь мы наконец-то на другой стороне берега, и наша цель стала еще ближе, едем дальше.
нее и надо переехать. Вон прыгнуть можно туда. Можно. Ладно, посмотрю. Все, прыгаем? Не, ну можно этой стороной ехать. Прыгаем. Короче, переезжаем. Классное местечко. Валить надо, Влад. Прям. Мало разбега, мало, больше. А я, блин, еще в колени. Мало, мало. Короче, вот они, мы все перепрыгнули. Все молодцы. Но нам по факту надо вон туда, вон туда. Больше скорость, он вообще просто пролетает и все. А Серега не понял, глаза закрыл. Не, мне нравится, как Серега ездит. Молодец, я прям даже не ожидал. Сюда поди, пролесок есть, поди, что-нибудь придумаем. Опять прыгать. Что там, бревна какие-то? Я тут прыгнул, Костян там где-то прыгнул. Сейчас Леха пошел. Нет, это Серега. Нормально. Воткнется.
Рыкса ниже просвет. Валежника, пипец! Круто, но все. Дальше валежник абсолютно везде. Хорошо запарковал зато. Че, сюда кто-нибудь поедет? Сейчас попробуем. Короче, можно было сюда и не ехать, но хочется же попробовать. Бревен перелетел тут вообще. Охренеть сколько. Сейчас костям. Просто вот здесь 754 супер мягкий Митос показывает себя очень круто. Зацеп лютейший, просто очень круто. В гору страгиваешься со сцепой, с тягой паровозной. Офигеть. Андрю,
Тут нормальная дорога, можно ехать вообще. Я уже скалы вижу. Вот прям рукой подать. Пацаны здесь кушать решили. На листве тронуться практически Unreal. Вы мне еды только оставьте маленько. Я еще немного побуксую. Можно тут, можно. Сложно, но можно. Андрюх, мы уже кушаем, так что давай спускайся. Такая плавная, медленная была курва. И развернулся сам. Все, еду к вам. Короче, мод сам решил, нужно спускаться. Фух, класс. Немного запыхался. Скала уже вот она. То есть прямо на ней почти. Катимся на скорости. Так, здесь я откуда приехал? Отхренеть. Как я тут вообще так умудрился-то? Да спускаюсь, спускаюсь, только это так же сложно. Клещ, скотина, шел вон. Твой? Да, надо было толкнуть? Да. Классно там. Можно ехать. Было. Короче, все, побывали на этой горе, полетали, поснимали, едем домой теперь. Бензина осталось немного, но вариантов нет. Едем. Надеемся, что хватит. Кайфово покатали, отлично.
Серега тоже подустал, смотрю. Я, блядь, заглох, потому что не успел. Вот такая у нас переправа. Соорудили мостик. Нашли рядом плаки. Просто потихонечку идем. Кстати, не готово.